для, кто поставил на Нави. Всем сочувствую, кто поставил на Маус. Ну. Бля, КФ Сань был. Найс! Сань, я один раз ставку проиграл на 3000 долларов. При счете мне похуй. 11. Поехали 1... дальше. 2-11, Сань, тут еще может быть такое, блядь. Не-не-не, тут такого не будет. Я тебе говорю, тут такого не будет. Они выиграли только что с пистолетами, ты понимаешь? Не-не, это уже победа. Давай, тут уже все забить. Просто мне интересно, что они будут делать. Вот Virtus.pro бы сейчас сделали фулл эко, блядь. А эти типы, они доталовые так закупают, потому что они типа в ранге нормальные, они чувствуют себя, да-да-да. Да, они как-то как фейс типа... играли, они будут каждый раунд сейчас бояться просто. Хотя они понимают, что пиздец, как все плохо. Бля, Блэйд, короче, гений, они реально специально потули, да, чтобы его слота сосать, а потом выиграть спокойно Мираж. Да, понимаете, если бы они выиграли Мираж, то мы бы уже все, ну типа... Да, они бы пикнули бы с нами Мираж, выиграли бы Мираж, потом выиграли бы их пикнюк и все. Не, ну весело, что три карты. Интересная игра стала. Очень интересная игра. Так они поэтому и Мираж не пикнули, потому что у этих мобов 90%. Ну да, да. Или так. Поехали, поехали, поехали. Вандерпул красавчик вообще, просто выебал их в стол. Сейчас главное, это то же самое, помните, как Нави выиграли фейс на мажоре на Инферно? Просто надо заходить, о, send them home, бля, арабы кричат. Надо дождать и все. Красный домой, да? Да. Бля, смотри, они, кстати, темп, Джель темп сейчас мор... Джель в другом темпе играют. Не-не-не, отлично, гранату, выманил одну гранату, просто выманил гранату и ушел. Так заебись, заебись, да. Гад. У типов один смок остался, они его застрелят под конец. Смотрите, Маузам надо, все, что надо сейчас делать Маузам, это застакать территорию. Вот они идут на. Просто угадать. На Нави делают сплитбай, пиздец. Заебись, заебись, 12-4. Бля, жаль, что сегодня еще мать нет, я бы еще прокомментил. Я такой хуёвый комментатор, если честно. Не, тебе кажется так. Если честно, тебя пиздец интересно слушать. Ну это, бля, пока я не говорю... Сейчас ПП выебут на Дасе и проебут 13-1, блядь. Не, ну после раунда. Валера? Или 13-3. Валера? Там. Ну! О, а, это имя убил, я думаю, нихуя он перевелся, блядь. Сой, он перевелся, он бы его убил, просто чуть. Ну, да, а, да, так да, он да, ему красным оставил, да-да-да. Все, заебись, сейфти, Мауза. Может у вас будет... Не, кольта не будет. Жаль, жаль, решил пойдет, эмку пойдет. Отдать. А, кат, брат. Без шансов разве. Смотри, кстати, как они играют. Они должны их... Да, да пусть рашат их. Конечно, идите рашки, а, ой, уже не надо, все, назад, назад, назад. Оружие надо откинуть, надо сейчас, чтобы восьмерка откинула оружие. Смотрите, он откидывает. Видите, забрал следующее. Он перекидывает оружие, если что. Если бы обсерверы могли это показать, делать. Чтобы это было вот... интересно. Смотри, как смотри. Встал. Он дал смог. Позиак Тершин хочет выбить ган, да, какой-то? Но он выбит. Подождите, надо понять, взял ли оружие тип. Блядь. Броун побежит? А, забрал Броун побежит? Бля, блядь, я бы перекинул. Сдох. Не, никто не побежит, все, заебись. Не ебать, у меня руки нахуй тусят, пиздец. А сколько ты выиграешь еще? 2 300. Короче, 20 не, в долларах, долларов. Скажите мне, пацаны, пожалуйста. 20 тысяч долларов. 25 тысяч долларов отлично, своих. Отлично. И... Сколько разыграешь между подписчиками, если не секрет, потому что 75 тысяч сейчас, ну, по-любому зайдут тебе на трансляцию на следующий день твоего стрима и потребуют от тебя, так как они вместе с тобой поддерживали и переживали те же самые эмоции. 200 сабок, 300 сабок. Ого, согласен? Ой, блядь, дабл-ю-дабл-ю. 300 сабок, это если что, 300 долларов. Да-да-да, 300 долларов, блядь. Пизда ему. Бля, дай ему одну, блядь, на шару. Ай, блядь, она щека была. Но! Има, молодец! Смотри, это пизделка сейчас будет. Просто пизделка, просто пизделка. Все в разменах будет. А, ну уже все. Вот ну, Вандерпул, ай-яй-яй. Так, набирается, сколько АК забирается? Что, 2К забрал. Нет, 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 забудь такой. Ну бля, сейчас же по факту. Нормально, это они просто заигрались. Нави надо было также медленно разыграть тогда раунд, ну потому что как предыдущий, так как денег, ну не было оружия нормального. А, кот. Ой, бля. Юмор у них жесткий у этих типов, блядь.
Они еще пусть курица пробежит, блядь, мы нахуй все опасаемся от смеха, блядь. Пока тайм-аут, давайте выпускайте эту курицу. Они, кстати, могут. Они, кстати, сейчас могут. Если там будут просить, они плакат держат. Они могут сейчас дать нам вайба. Так, ладно, пока тайм-аутик, нужно мяч покинать. Все хорошо, все очень хорошо. 12-5. Да, 4, да. 12-5 уже. Ну там Капитан Америка справа. Не видно было. Счет 12-5, у нас тебе пошел мяч. Да. О, смачок, кстати. Ладно, показываю идеальный фильм. Дуэль с Эллом, смотри. Кто так умеет? Я уже его делал, но много кто не заметил. Но надо его сделать nice! С первого раза. Найс. Nice. Все, это конец игры. Найс! Nice! Это был один, сейчас будет второй. Это сюда, это а сюда. А пацаны, что вы там смотрите, забудьте, блядь, уже все. Пожалуйста. Оп, оп. Все, иди. Вандерфул выложил пост, гранд-финал написал. Все, они выиграли, значит. 12-6, у меня пришло уведомление. Все, Вася! Всех с победой, всех за ночком. Поздравляем за ночком. Бля, прикиньте, КФ 4 был, когда 13-1 был. Да. А ты наливал на 4 или нет? Я на 4 ставил, да. А я, чтобы вы понимали, не смог долить, потому что у меня лимит. Я просто не смог. Я хотел, я написал, отправил, у меня 4, лимит. 4, блядь. Я но Г2 на Ави — это охуенный финал. Это пиздец. Это а БО это... 3? БО 3, БО 3. БО 3. Бля, ну мне кажется, Г2 почему-то переедут. Может быть. Но. Ну, Г2 хороши. Но будет прикольная игра. Как они хорошие. Сегодня... Да, нет, это будет прям матч такой. От карт еще будет зависеть очень. От карт очень много еще зависит, да. Бля, 5 в 1 просто. Молодцы, Нави, молодцы. Красавцы вообще. Давай эмоции еще посмотрим. Send them home, блядь, конечно, блядь. Домой по очереди в разные страны, отправляйте их. Там же они все с разных стран. Хорошо, nice. Молодцы, молодцы. Хорошо. Ебать, первая карта 13-1. 13-1 первая карта, блядь. 13-1 первая карта. Да. Кто выиграли пиздел? Пик и выиграли Мираж Десайдер. Не, вопрос тогда, для чего даст пикали? Вопрос. А мы с тобой, Вадос, по-моему, в моменте только вдвоем верили, да? Аня, Ваня. Нет, нет, Ваня. Нет, нет, я тоже поставил. Не, я говорил, Ваня, что я вообще не да. переживаю. Я не знаю, почему. У меня после Даста именно переживания вообще не было. Именно у такого после все я проебал. Да. Я понимал, какие карты еще будут. Очень хороший кол. Очень хороший кол, изи для Нави. Ребят, спасибо кто всем, да, да, кто пришел на трансляцию. Спасибо Ваде, что позвал. Спасибо Макс тоже, что разрешил предыдущий игре с тобой тоже понаблюдать игру. Да, пожалуйста. И я всем, не против. Всем до встречи, может до завтра. Спасибо большое. Если вы будете еще комментировать. Да, Макса будем завтра. Макса.